Владимир Путин подписал первые в наступившем году указы. Одним из них президент внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы. Поправки касаются бывших украинских военнослужащих, которые проживают в Крыму и Севастополе и приняли российское гражданство. Воинские звания, стаж службы, а также дипломы, полученные до воссоединения Крыма с Россией, признаются действительными. При постановке на воинский учет жителям полуострова достаточно предоставить подлинники документов. Еще один указ позволяет иностранным гражданам поступить на контрактную службу в российскую армию. При этом они должны владеть русским языком и не иметь проблем с законом.